Активисты платформы «Социально активный гражданин» подвели промежуточные итоги стартовавшей 19 апреля кампании по сбору петиций для создания новых проектов. Цель их – благоустройство Одессы. На данный момент уже 8 проектов прошли заключение Департамента экономического развития и отправлены в профильные департаменты для заключительной оценки. Еще 85 проектов находятся на доработке. Любой одессит имеет возможность получить денежный грант в размере от 200 тысяч до 5 миллионов гривен. Всего на поддержку проектов предусмотрена сумма 100 миллионов гривен. Мы живем в городе, мы хотим, чтобы наши жители стали более активными. Соответственно, мы будем прислушиваться и к голосам самих этих жителей. По сути, это процесс, демократический процесс принятия решений, в котором каждый житель может подать проект, инициировать какую-то положительную социальную какой-то социально значимый проект и при этом принять участие в голосовании за этот проект. Общая сумма по проектам, которые на сегодняшний день уже одобрены Департаментом экономического развития, то есть получили положительное заключение, 18 391 734 гривны. Проекты, которые находятся на доработке, 19 899 552 гривны. Рассмотрение проектов продлится до 7 июня. Далее с 27 по 29 июня состоится онлайн-голосование горожан за наиболее понравившиеся им проекты. 2 августа объявят победителей.